Всем привет! Мы сегодня идем на китайский день рождения. Садись, говорит. А где, скажи, Юе, скажи. Юе. Юе, хамино. Я не понимаю. Ты понимаешь, Тимати? Зуба, у него? У него день рождения, кажется, да? Да. Пинья зама. Со, сыпин зал. Ну давай, сядем. Полину пригласили на день рождения. Да, Поля? Вот это мой мальчик, сейчас покажу. Вот это мой. Вот. Покажи подарок, который мы ему купили. Просто на стол поставь. Сюда на стол. Завернули подарок. Видела бы нас мама, как мы заворачивали подарок. Да, она бы сам плакала. Почему? Потому что... Да, потому что какая-то тетенька ненормальная. Она все клеит этим скотчем, все заклеено. Короче, много скотча очень наклеила. Да, она, наверное, у нее сердце и скотча. Глупости не говори. Вот. Главное дело, пришли. Нас бабушка какая-то вот встретила. Не знаем, кто это. Языка не хватает, чтобы поговорить и выяснить, где они и что они. Сидим, сказала сесть, сидим, ждем. Но они, получается, опаздывают. Нас в 4 часа позвали, мы пришли вовремя. Да? Да, вдруг и я опаздываю. Первый раз на китайском день рождения, не знаем, как все будет происходить. Посмотрим, да, Поля? Да, нас и я пригласила. Вот воду нам предлагают. Вот. Обычно как у нас происходит? В назначенное время мы приходим в России в назначенное время, да, и уже какой-то стол, да, какие-то угощения, да? Да. Люди, шумно, да? Да. Клоун ходит, да? Шарики надувают, да? Да, тут почему-то так тихо. А тут так тихо, как будто бы правда, дня рождения и нету. Да. В общем, пришли мы на день рождения, назначенное время, в 4 часа. Вот, с горем пополам выяснилось все-таки, где они, что, почему там нету никого, ни именинника, никого, ни детей. Да, одна бабушка нас усадила, мы сидели долго, ждали, выяснили то, что у него занятия какие-то по бассейне, там, в общем, он сейчас в бассейне. Вот, и переназначили на 7 часов. Сегодня, так что... На 7 часов? Да, на 7 часов. Пошли. Поля вообще в шоке. Да, Поля? Да, потому что не пригласили нас и еще ушли. Целый час ждали, да? Да, именинник ушел, а машина лежит. Подарок лежит, да? На машине, красная. Попытка номер 2? Да. Попасть на день рождения. Ни хао. Лина, ни хао. Ва, чувай, я тебе сам никва. Ва, хао, кэнэ. Кэнэ, я тебе сам никва. Ва, я. Потом сям кан, я ша. Потом нау, да, я иди. Ну, попереди, сидя, сися. Сися. Сойся. Сойся. Ты за, дакай, я. Что-то играют, смотри. Там что-то готовит. Нет. Ты видела? Что-то готовит, что-то. Дома. Хочет открыть.
Вот этот мальчик, да? Что? Вот? А этого как зовут? А, не помнишь? Автомат. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. А они вообще, мальчики вообще не наряженные получаются, да? Да. Короче, мальчики не наряженные. Ну, подарки. Потому что что? Что они же мальчики. Мама не знает, что им надеть. Мама не знает, что им купить. Давай. Хулиганы. Иди, походи. Все. Мне уже... Закружи. Пытается. Вот мы это. Так. И что? Подарок кинул, видел? Праздничный стол, Поля, да? Смотри, лапы. Лапы. Лапы, йогурт. И... Курица. Да, вижу курицу. И... Дыня. Йогурт. Желе. И вот это вот такой чай. Необычный, да, день рождения, да? Да. Ну просто супер. Лапки наели, да?
Оля, рассказывай, как тортик. А? Вкусный? Что тебе нравится? Покажи. Мне вот это вот нравится. Крем, да, вкусный? Крем? Да, он вообще вкусный. Иди поздоровайся. Пришла твоя подруга, да, Поля? Да? Как подругу твою зовут? Она китайская моя подружка. Как зовут ее? Ие. Угощай ее. Уши здесь прокалывают ей. Веронике уши прокалывают. Это Ника.
Похоже. Янда, похоже. Сесе. Бай-бай. Бай-бай. Ну все, мы вышли с дня рождения. В общем, нам все понравилось. В общем, нам все понравилось, только единственное, что было скучно, Полинке было скучно, потому что подруга, которая хотела прийти, она опоздала. И очень было мальчиков много, да? Да. Мальчиков. И ей было просто скучно с ними играть, потому что они бегали там с автоматами, стреляли там и так далее. И вообще они со мной не играли. Да, и чем отличается день рождения русский от китайского все-таки? Китайский, там все китайцы. Все китайцы, да? Угу. И? Там один мальчик любит Е. Там был один мальчик, который любит твою подругу, да? И да. А Е не любит его. Ясно. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока! Всем пока!